Я пропала из Инстаграма на несколько дней, не зря. Я готовилась к масштабному мероприятию. Сегодня я праздную свой день рождения, который был несколько дней назад. Сегодня будет весело, красиво, вкусно, звездно, динамично. В общем, следите за стори. Первые, хотя это первая вечеринка, куда вы не первые, блин, новацкий, но это нормально. А он тот человек, который всегда является первую минуту сбора гостей, понимаю, это правда. Да? Но я понимаю, почему вы задержались, вы с супругой, так что все сошлось, конечно. Мероприятие. Много красивых людей. Не таких красивых, как у нас, но все же. И они приходят сюда. А, то есть даже так, перформативная часть. Ты как раз говорила, что репетируешь какой-то танец интересный. Ребят, это красиво. Вам слово? Или... Поздравляйте с днем рождения! Счастья, счастья, здоровья! Это любовь! С днем рождения, Кристина! Вот, очень. Вчера при параде с подарками сюда первая в 8, единственная. Ну, конечно. Я думала, сегодня ты не придешь, я очень рада. Надежда, спасибо, что вы целые сутки здесь. Красиво, вытанцовывает. А вы? А, нет, с мужем все прекрасно. А я что, вы, ну неужели? Так, я помню, вы занимали. Вот так, начинаем по порядку. Живая очередь. Вот это да, вот этот бородатый хор, они стоят, а где же ваш мисс хор? Но это все не важно. Мне нужно спеть, вы главный. Я за Дину, я за Дину, я за Дину, я за Дину.
днем, с днем рождения, и ты загадаешь то, что только ты и твое сердце знаешь. Об этом не знает никто, чего ты хочешь по-настоящему. И это самое главное и основное. И, конечно, уже, казалось бы, торт может въезжать сюда. Днем рождения тебя! Продолжайте свой диджей-сет. Вот и прекрасно. Какая плотная, насыщенная. Нет ни одного человека, которого бы я не хотела видеть, или кого я позвала просто для красивого списка, потому что, ну, как бы это важно сейчас. Нет, я каждого из вас очень сильно люблю и хотела видеть сегодня и разделить этот день с вами. Спасибо вам большое. Короче, я больше не могу ходить на каблуках. Я надела носки моей дочки. И сейчас все подарки, цветы буду собирать и носить вот так. Просто, ребят, чтобы вы понимали, что вот это вот все, это еще не все. Примерно половину еще несут. Просто... Офигеть! Ну вот это вообще, это что-то! Ой, будет чем с утра позавтракать в красивейшей компании. Ой, где тут ягодка Мали?